бегаю здесь, короче. По кругу бегай. Короче, я пишу летсплей. Это они какие страшные. Ну там вот этот желтый, он самый быстрый. Так, я к вам возвращаюсь. 4. Ой, я выбежала. Блин, мама. Тебя убили? Нет, я только зашел. Меня убили, да. Меня тоже. Поменьше их поставить. Катю, походу, опять выкинула. Ну, походу, нет, игры. Что, одна что ли тут бегают от этой херни? Нет, вы двое. Сейчас... Вы трое, нас трое. Да, я вот Сашу вижу. Мне блин. Некроморфы. Странные. Блин, я почти убегал, меня убили. Мне эти тупики бесят. Ай, блин. Может, сгон другую карту. Ну, нельзя сейчас хоррор играть, а то я когда кричу... Я, короче, сейчас записываю, Давай другую карту. Уже не то немного. Да, сейчас другую карту поставлю, окей. Так, да, давай другую карту. Так, шесть. Потому что здесь ничего не понятно, они даже не дают выйти. Вот-вот. Их надо банить за кемперство, этих ботов. Ублюдки такие. Ублюдок, мать твою, иди сюда. Вот это странно. Так, play. Так, нет, стоп, вот это... Или вот это поставь. Ладно, попробуем это озеро. Так, опять на 6-й сервер заходите. Я жду всех у спауна. Там уже... Да? 6-й? Да, на 6-й снова. Ага. Benny's Dungeon. Опять где-то херня. Нет, это уже другая. О, гроза. Всех ждем. Вот, Кейт Вилсон. Игл. Я записываю это говно. А потом скину кому интересно. Подождите, сейчас Саня сейчас. Подождите, смотрите, мы под водой бежим, водолазы, блин. Где ты? Ну там, где рядом. У вас дома. Так, а что мы в воде? А потому что мы водолазы, мы плавать учимся. Пойдемте к кораблю туда. Какому кораблю, ну-ка? Вон корабль. Уплывем отсюда. Что, не видите корабль, что ли? Ну сейчас бежим за тобой, я за тобой бегу. Вот тут можно забраться наверх. Это, по-моему, не корабль, а какой-то мостик. Шмостик. А я застрял. Как туда попал? А шиш его знает. Я запрыгнул на пробел просто. О, я вижу тарелочку. О, наконец-то. Тарелочка. Ну, слышите, слышите? Мне уже страшно туда идти. Блин, нет, там застревать. Там застревать, офигенно сказал. Там застреваешь. Думаешь? Блин, как перебраться, как перепрыгнуть? Я не знаю. А, вот тут можно пройти, тут можно пройти под низ. Где, как, скажите мне. Да, блин, сейчас вот тут, вот с этой стороны. Вот, да. О, точнее. Тут какой-то замок разрушенный, замок Бена, блин. Такие мяшные телефоники. Да, это его жертва. Аллея! На кнопку C нажимаешь, походу показывает, сколько осталось. Кстати, да, в натуре. Сколько тарелок собрать? АААА! Ой, блин, ёб твою мать. Мама! Бежим! Там зелёная херня ходит. Зелёная херня. Она медленная какая-то. Ага, сейчас отымеет и будет немедленно. Около тебя. Он еще здоровый такой, пипец. О, я вижу тарелочку, я тарелочку собрал. Я вижу. Почему такой большой? Ну, 13. Наелся этих самых, вот этих вот. Он за нами идет. Я знаю, так можно. Он теперь не отстал. А, это флюгер, я думаю, это крест какой-то, слушайте. Так. Макс, я за тобой. Он что, камера дает? Что это? О, я вижу еще одну тарелочку. Ну-ка. Догони меня, красавчик. Так, блин, я ее взял или? Да, я ее взял. Я не так, ой. Где-то еще одно вроде видел. Ой, я куда-то медленно. Наверх поползла. Слишком медленно. Да, он вообще медленный. Я глаза его вижу. А, ой. Давай от него свадьбу. Интересно, почему у него глаза красные? Конечно, наркоман. Ты не беги от меня так далеко, я с тобой не успею. Да блин, я не могу забраться, видишь, там есть тарелочка. Побежали бегом. На берегу. Как тут забраться? Так как-то тут... А, вот я залез. Иди сюда, короче, с этой стороны. Я не знал, что здесь, скорее всего, может.
А, да ладно. Я взял ее. Короче. Я взял. Ты куда-то не туда убежал, просто. Какая херня-то еще вылезет, нет? Еще 10. Еще 10 минут, почти... да. А почему ты не забираешься? А ты не туда побежала, нужно было с другой стороны идти. Вы слышите это? Да. Где-то рядом херня какая-то ходит. So, how are you doing, Ben? Короче, мне сейчас... Так, 9 штук осталось. Ай. Короче, не забирается. Сейчас, короче, я покажу, где надо, куда надо. Вот сюда, вот сюда, Гор. Спрыгивайте. Я что, застрял? А, вот. Не, вот туда, вот туда, 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 туда. Вот тут вот берег низкий. Вот здесь где-то. Сань, с нами рядом какая-то хрень хрюкнула. Блин, 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 ёлы-палы. Ксюша, за тобой никого нет, я смотрю. Там хрюкнуло. За Кейт бежит, за зеленое дерьмо. Я застряла. Так как это так? Ты, наверное, да? Смеялась, так что хрюкнула. Нет, я молчала. Вот опять, слышал? Да нет. Теперь кто-то хрюкнул. Я через камеру смотрю, за тебя никого нет. Блин, а чё, без камеры же тоже хрюканье, можно... Хрюканье я слышу, ну блин, это, наверное, просто звуковой эффект. Я пироженку одну вижу. Где? Нет, это какая-то другая херня, какой-то мячик. Вы, блин, я вас потеряла. Я вас тоже потеряла, я ничего не понимаю, куда. Я вижу Катю и вижу Сашу. Саню. Я застряла! Жать не пойми, куда. Я застряла, ребята! А, нет, Ксюха. Блин, а где этот товарищ отвоец? Ей, блядь. Ой, мне телепузики сейчас были в крови все. Забавно так сказал. У меня сейчас телепузики все в крови были. Создать, о, вижу, Сань. Походу. А как кто там выбрать? Присядь, я присядь на С, на С присядь. Все, все. А... Я нашла вас наконец-то. Ае, все вместе. Все в сборе. Все четыре телепузика в сборе, можно петь песенки. Команда мечты, Dream Team. Блин. Чё-то нифига ничего нету. Ну я не знаю, я... Подкаст уже... к Новому году. 9 штук осталось. Давай, короче, свой летсплей тим замутим и будем телепузиков стрелять. Кого? Свой летсплей тим. Ой, я вижу. Тарелочка. Горылочка. Салом. Сала не хватает. Точно, это тарелочки с салом. Это тарелки с салом. Сало? О, вот еще одна, еще одна. У нас теперь Ксюха наловчилась ловить тарелочки с салом. Тут была какая-то херня, я точно слышала. Ты через камеру смотри, вокруг никого вообще. Не пугай, Ксюха. Ксюха, не пугай. А, ну да, так через камеру хорошо видно. Я не смотрю, мне никого. Вообще никого нет. Я не знаю, может он где-то забагал, застрял. Ой-ой-ой-ой. Меня стреляли. Вот это блин, где вообще? Я за тарелку. Ну я не шел сразу сделать пылью. Преодолеть пространство и простор. Нам разумно. Что это хоть какая-нибудь? Блять! Блять, блять, блять! Что случилось? Где? Там это говно идет! Ко мне! Ко мне, тузик, тузик, тузик! Ну, я вижу его. Да, оно там ходит по болоту. Зеленая зеленая. Я наблюдаю, да-да-да, вот эту тут. Че, он только один? Верзила. Он медленный очень, он за мной, он еле. Я вокруг него вообще, блядь, тут. Я вижу. Я это вижу. Я его потерял. Я наблюдаю в камеру за этим. Я про него реалити шоу снимаю на свою камеру. Аутласт. Давайте у него возьмем интервью. Ю, здравствуйте. Как ваше настроение? Я больше не лезть, а то сейчас. So, how are you doing? Где? How are you doing? Да. I'm fine. Я потеряла его. Ты снимаешь интервью, да? Знаешь. Он отстал от меня и ушел куда-то в другое место. Наверное, к нам. Психолог. Нет, он что-то остановился, наверное... опять за мной пошел. Везет тебе. Ходим, там... Мне вот страшно тут. В доме просто ходит. Там, где-то. Вот вы хотите, идите, я не пойду. Да он один. Ксюш, ты где, Ксюш? Ксюш? Я тут. Она вот рядом со мной. Бежал. Мы здесь вдвоём. Вы слышали? Хрюкнул. Это просто звуковые эффекты.
Что это за... Смотрите, какое красивое зеленое облако. Какая-то хрень, вот эта хрень прямо за мной. Ну чёрт его знает. Я далеко от вас, где-то. А вон, я его ник вижу, может потому что я админ, я хотя его не просто. Знаю. Да, давайте пока он его увел, искать стрелочки. Нет, там все равно тормозным пульсом. Зомби, не знаю, как его назвать. Один просто. Он один, конечно. Лекота, не отходи, а то сейчас мы с тобой попадем. Собираем грибочки. Ой, куда это мы? Мы на край карты, по-моему, идем. Мне кстати, кажется, вот посмотрите вниз, мы... Они уже грибочки захавали. Мы, по-моему, плывем. Поэтому все мы это... Мы в болоте в каком-то. Ну. Да, да. Я его нет, больше не вижу. Кажется, вот вижу. Лагами каким-то. Знаете, когда видюха заканчивается, это... Блин, ломает. Это что такое? А, это... Понятно, кто это. Блин! Нельзя пройти, а тут, тут край карты, тут невидимая стена, лол. Вообще. Так. О, я вижу одну тарелочку вдалеке. О, бери. Везет. Так, где вы все? А, вы там по вершинам прыгаете. Пять. Я за этим ушлепком слежу, я далеко от него убежал, но вижу его через камеру. Кстати, скажешь, что тут только один, да? Вон, я вижу тарелочку, еще одну. Вы, короче, Ксюша и Катя мимо нее пробежали. Я вижу, ты очень далеко от меня. А я к тарелочке бегу. Ой, не Катя, а Ксюша. И Кабу. Ой, еще 4 штучки осталось. Только камера, она такая коварная на самом деле. Как через нее смотришь, кажется, что он дальше, чем на самом деле. Мне эта камера вообще не нравится. Ну, удобно смотреть, когда это... Вообще... Когда вот здесь во тьме. Тарелочка. А я на нее вообще не обращаю внимания. 3 штуки осталось. Еще найдите эти штуки. Они могут быть где угодно. Ищем. Слушай, что у тебя на заложено? У Михи дома, я да. Были по нему способности там бег иногда включать, это так неинтересно. Так, а вот так этот, бег включается это... же на shift. Бля, на shift. У зомби я имею в виду, он ходит пешком. А, блин, кстати, я его вижу. Страшный какой. А Катя, он за тобой прям. За Катей, за Катей. Я за ним иду. Здравствуйте, скажите, как у вас новогоднее настроение? Иди-ка. Как вообще нравится жить в России? How are you doing, man? За кого голосовать? Ну, кажется, за Собчак пойдет голосовать. Вот он уже идет. В предвыборную. Это его фанатка. А он за тобой идет, да? Я не знаю. Ты задом идешь, на одной скорости с ним перепрыгиваешь. А, он теперь, он опять за Ксюхой идет. Вы что за всем? Почему вы до сих пор в таком костюме? А вы кололи сетров, да? Такой полис. Красавчик. Чего вы пугаете? Сейчас выключу, то вам все вынимай. Ой, 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 он за мной идет. Я уже потеряла его из виду. Он за мной идет, он за мной идет. Я его не вижу, все, я потеряла его. Что, на его задницу? Go fuck yourself. Слушай, тебе нравится его задница? Я вообще-то... А, все, он на кого-то другого переключился. Да, за мной пошел. Ой, шиш знает, короче, где эти тарелочки. Тут эти карты, вот где большие пространства, они очень сложные. Блин, а куда-то в открытое море выплыл, да, лол. Да, они сложные, они скорее нудные, вот когда вот такой за тобой ходит. Я его потеряла, где он? С тобой идет? Да, я не знаю, давайте в Версус попробуем разок. Я тут упал куда-то, в какие-то текстуры. Я тоже туда падал, в море, там возможно выплыть. Ой, я застряла! Я застряла! Блин, Ксюша, а, он здесь, он меня убил. Я пошла вниз. Давайте на Версус пойдем. Блядь, я застряла! Я пойду в Версус создал. И он застрял вместе со мной. Да, потому что ботов или побольше надо ставить, или лучше с людьми играть, мне кажется. Он, походу, застрял вместе со мной. Все, убил, пидор. Нам осталось слушай, всего 3 тарелки собрать. Ай, ладно. Ух, аж передернуло. Это
Как-то странно звучало. Зачем ты передергиваешь, Ксюш? Абсолютно. Тебе так задница его понравилась, что ты передернул? Ага, если бы. Да ё-моё. А, я, короче, версу создал, го. Катя, ты чё за мной ходишь? Я, короче... А что мне делать? Короче, го шестая, это самое. Шестой сервер, там я версу сделал. Вы чё, вышли уже все? Да, я вышел. Шестой сервер, там версу. Бенни Данжин теперь нет. А, бы не версус. Версус, версус. Да, я думал, ты не будешь. Сейчас я, короче, это, отойду на две минутки. А кто из нас или пузик злой, ты, я так понимаю? Ну, создатель, по идее, мне выпало, по крайней мере, я жду вас. Телепузики, ну, я жду вас. Был. Я-то зашел уже. А, тогда будем тебя искать сейчас. А ты не видишь там меня никак через стену, типа там тут ничего нет? Не, почему-то нет. Я только. У меня только оно все в черно-белом. Типа, ну короче, локация не темная. Светлая. Блин, а так понятно. Через стену хз. Да, согласен, как-то дуровато, это дисбаланс. Как... 9. 8. Наверное, ну, чтобы больше народу бегало, чтобы 8. Больше пушечного мяса, больше жертв было. 7. Блин, на этой карте, наверное. Очень легко играть, как сказать. Какой-то космический корабль. В в смысле не в одиночку, а с ботом. Оба, оба. Кого-то вижу. Привет. Ты можешь, наверное, я тебя убил. Ошибись. Нет, не меня, значит. Потому что я продолжаю собирать тарелочки. А, я убил, значит, кого-то другого. 5, Катя, 4, я не тебя убил? Или Катя тут снова нет? Тут нельзя посмотреть, кто с нами играет. Нет, я не играю. Нет. Ну, тут... Проблемы. Troubles. Угу. Так. Блин, где же ты? Шалун. Уже 3 осталось. Блин, я сейчас продумал. Уже 2, уже 1. Да, уже 2, я видел. Макс, ты чё вот, всё я вижу последнее. Что? Все, я продул, ты победил. Да, я все штуки вжал. Да, записываю, записываю. Слишком легкая карта. Потом покажешь, короче, скинешь. Да, обязательно. Но, когда уже начали записывать, уже немного не того. Сначала было реально орно. Потом следующие летсплеи уже не те. Чё, еще разок или... Вот не такая стрёмная игра, просто как пятница 13, допустим, она больше проработана. Ну это Индия, это по приколу вообще кто-то да, сделал, один знаю. Человек. Я знаю, просто она поэтому быстро мне надоедает. Ну я не знаю, пятница 13 она какая-то тоже, ну, тоже слишком однообразная, по-моему. Ну, блин, там хотя бы побольше всякого, карты побольше, там возможностей побольше, в доме заколачиваться. Ну здесь много чего не хватает. Хотя бы какие-то звуки бы добавили, когда приближается вот. Типа того, ну типа музыка такая нагнетающая. Кстати, да. Чтобы было пострашнее бы было. Ладно, если есть что-нибудь, Ксюшу подожду, если нет, то я спать пойду. Где там Ксюша, где там Катя? Она отошла, а Катя не играет, у нее комп перегрелся. Так эта музыка в меню отключалась бы где-нибудь. Да это тоже еще одна болезнь инди хорроров. Если ты смотришь обзорчик, короче, есть, он всякое инди говно играет, Happy Wolf. Он постоянно с этого стебется. Типа технологии, технологии шагнули вперед. На современных инди-ужастиках на Unity нет никаких настроек. То ли дело в 90-каком-то году создатели Commander Cannon мучились со всякими ползунками. А тут хопа, нельзя ни графику отрегулировать, ни звук отрегулировать. Будущее наступило.
Ну. Ой, это у кого-то код мяукает, мяу-мяу. Кого? Ксюшки. Вы там носитесь, да, уже? Я уже победил одну партию. Да, я уже победил Версус. Я могу еще разок создать, если... Гоу посложнее карту, я не знаю. Окей, сейчас. Ну, она реально легкая. Они прямо по порядку там валялись, эти шпилечки. Сейчас попробую тогда Версус создать. Сейчас. Так. Так, рейдрум. Ничего, вот игрушки нравятся, меню здесь прикольное сделали. Такое типа интерактивное. А вот хоть меню оценил. Игрушка сама по себе классная. Хоть и не такая, но... Чё, Ксюшка? Захожу, захожу. Сейчас, подожди. Ксюшку надо потрепать за ушки. Я тебя потреплю, пожалуй. Какой сервер? Сейчас, я создам, подожди. Так, Versus. Play. Хорошо, куда заходить? Нет, музыки это... избежать можем, просто на сервер зайти куда-нибудь. И уже не слышно. Угу. Даже в игру не входить, просто в лобби. Так, а это что такое? С того сайта у меня игра только-только докачалась, короче. Лол. Я с торрента скачал просто. Даже не докачал, еще 35. Ну, короче, я создал на шестом серваке комнату. Это первая карта, по-моему. Дали? Да. Ничего, погнали нахуй. Какой сервак? Шестой. А ты никак не менял? Тут стоит какой-то room name 66. Да, это оно. Мне лень было придумать просто. Вы чё, убежали все, что ли? Так, я кого-то вижу перед собой, кто-то бежит. Почему ты Ника не видит? Да, Ника не видит. Ну это специально, чтобы мы друг друга не видели через стену. А, ну наверное. Ксюша, это я прыгаю. Да, я тоже прыгаю. Чё, погнали? Ну всё, погнали нахуй. Так, привет. Ой, блядь! Прыгай наверх. У нас стало. А, нет. А, блин. Как это? Я говорю наверх ко мне. Блять, он за мной. Я сдох. Я не видел, он вроде за мной. Нет, за мной, я тарелку нашла. И меня убили. Замочил. Что вот эта фигня сделана тупо, что перезаходить можно сколько угодно. Ну, надо перезаходить, да, это пипец. А, будет. Сань. Он тут еще ходит. Да, он я за ним пойду тогда. Тихонечко так. Поворачиваться нельзя, потому что замедлишься сразу и убью. Я тарелку вижу перед ним. Все, я в тупике еще не шлепну. Я еще ее и не взял, короче. Да, ремонт теперь свернул. Надо будет то самое. Мне интересно. Ой, тарелка за решеткой, вижу. Они все наверху тарелки. Я две внизу. Мне самому, кстати, интересно, как от плеера будет убегать, так что он будет потом кому-нибудь создать. Блин, как-то здесь на это кажется, он бежит, как будто скользит. Ой, слушай, что кстати, я. Кстати, если могу создавать тарелку на вот той вот классической лесной карте, то там играешь не за Сленди Бузика, а за танка, короче, за Фудеда. А ты вы где бегаешь? Ну я сдох уже. Зачем ты зашел? Вот у меня еще опять прибит. Блин, мне страх. Я боюсь. Блин, ну эту хрень не видно. Ой, я вижу. So how are you doing? Are you fine? Блин. Чё? А. А, Б, Б. Я бывает застреваю, конечно, в этой хрени. Да, кстати, тоже. Блин. Нифига себе. Блин, она меня обижала. А их двое, вы чё, охренели? Это я был. Я к нему в объятия побежала. Нет, тарелочку нашел. Обнимашки. Да. С Ксюшкой. Дашка.
Я нашел три тарелки, все. Какие? Еще одну просто не дошел. Я надеюсь, эта фигня с тобой бегает. Да. Че, она один тут? Вот тут. Тарелки тут собираем. Вот, что нашел? Четыре штуки. Да блин. Я его пытаюсь атаковать, он что-то не атакует. Мы тут носимся, гуляем, чё. Йо, они за мной все! Твою мать! Один человек, все они за мной, говорят. А, один? Мне показалось, их там два. Два это когда я был, блин, ты меня просто спутался. Блять, опять убил, сволочь, а! Да я застреваю там в этой хрени. Давайте теперь я, короче, выхожу, пусть кто-нибудь создаст вместо меня. Я им стал. Давай. Давай попробуй лесную карту там, по идее, за такого будет. Хардкорную какую-нибудь. Или с лабиринтом, которую. Там вообще жесть будет. С лабиринтами, кстати, нормально, вот там можно версус поиграть. С ботами там что-то слишком тяжко, потому что они на респе в итоге стоят просто. Угу. И глушат. С фаунки. Кемперы херово, надо им бан дать. В Гаррис моде, когда играешь, там бан постоянно дают за такую фигню. Может, играл в бридж, типа такого же темы. Так, где ты создал сервер? Я не создал, я там же бегал. А, ты теперь им стал этим? Ну я им стал, да. А, вот. Сейчас я создам, я вышел уже. А, блин. Как создавать? Да, ну, короче, заходишь на любой сервер, и там есть Create Room. Как он тебя отзывается, что создает. Я так понял, здесь можно хоть 25 игроков поставить. Ну, чё там у вас? Скоро все будет. Сейчас создам. Сейчас я найду вот эту карту где-то на туннеле. Блин, Алексу понравится. Лабиринт. Вот я нашел лабиринт. Так, так. Название сервака, скорее всего, сразу узнается. На шестом серваке. На шестом, окей, сейчас. А, блин, нет, это я выбрал 5 этих, надо найти. Я думал, количество игроков. А я выбрал, что вам, короче, надо найти 5 этих штучек. Ну, Ксюша, ну, в лоу. Все, можно заходить. Куда? Шестой сервак. Я вижу, ты уже нашел одну штуку. Да-да. Что там было написано? Опять? Не, опять снова. Здесь же получше, чем с ботами. Здесь, по крайней мере, сложно найти людей. Пошли. На охоту. То есть и мне сложно как бы вас найти, и вам сложно найти эти штучки. Здесь получается, ты побеждаешь в любом случае, на самом деле, просто если перезаходить постоянно, уже это вопрос времени. Это надоест, очень скоро, да, мы перезаходили, когда они там уже, блин, в самом начале терлись и все трое. Меня так угорает вот это вот. Победа, это вопрос времени. Когда ты говоришь, стерлись они там все. Ты че? Здесь победа, вопрос времени, просто постоянно люди перезаходят. Фаны свои депозиты. Несколько жизней, или по крайней мере, что вообще жизни нет. Блин, мы обратно вышли. Блин. Я тоже не могу найти вас, я бегаю тут где-то, по крайней мере, меня это волнует. Тут тупик. А, вперед, да, беги. Смотри, конечно, я нашел путь к вам. А они-то, интересно, откуда вылезают тогда? Ну, спаунятся сами где-то там, в недрах лабиринта. Там до хрена. Четыре штуки, по-моему. Почему? Четыре, я один бегу. Нет, я про этих, про уродов. Которые боты. Эй, ты куда свалил-то, блин, от меня? Я играю за монстра, я же говорю. Это же Версус. Это же мы создали, Версус. Здесь он чел что-то пишет. Как писать? Я нашел на ты. Надо ему написать So how are you doing, man. Как всегда. Привет, ага, сейчас. Не, можно написать Just relax, close your eyes. О, пацаны, я, пацаны и девушки, я нашел тарелочку вашу. Наконец-то, хоть кто-то. Ну, что ты там буду ждать вас здесь. Так,
Что ты назад идешь? Да там тупик, я не знаю, куда идти. Я тоже не могу найти вас, лабиринт какой-то вообще. Лабиринт. Хотя бы ниточку бы давали, чтобы ее за собой можно было. Карту бы какую-нибудь лабиринта. Не говори как. Сбоку. Карту или какие-нибудь штучки чисто раскидывать можно было. А ты что наверх-то полез? Ты, может, залезешь? Блин, это такая игра, на самом деле она неплохая, если бы ее доработать с некоторых моментов, было бы поинтереснее. Там мы были, там мы были. Ну это, блин, видно, что какой-то чел чисто наверх. Пока еще никого нет. Потому что я не могу найти вас. Нет, я поэтому. Мы тебя тоже не можем найти. Блин, поищи нас, пожалуйста. Сколько раз тебе говорить, я играю за этого чувака. А, да ладно. Я тебе сто раз уже это сказал, ты все мимо ушей постоянно пропускаешь. Да? Я просто Сюша, не понимаю, ну... за кого ты на кулака играешь. Сам ты мог. За монстра за это. А, слава богу, что ты нас найти не можешь. Не понял. Так мы тоже ничего найти не можем, мол. Ой, блин. Я уже нашел пару тарелок. У меня у самого скример появился. Блин. Тебя тоже ждет это проклятие. Ну, проклятие Сэнди Пузик, Сэнди Тюбик. Долгому туннелю вообще ничего не понятно. Вообще не говорит. Слишком все разнообразно, даже особо не запомнить места. А есть еще какие-нибудь карты? Действительно. Да тут их дофига. Это тупик. Там их штук 15, по-моему, если не Мы все в тупики попадаем. Да, мы все время. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мы с вами не найдем полюбаться. До себя. А Гофи на спаун, Гофи на спаун. Че? Я спаун могу найти. Там тупик полюбаться. Бля. Бля, он там? Да нет, у меня эти... Телепузики были. Стрёмные. Скример. Да, меня аж прям перекосило. Как пьяница? Ага. Блин, это чё тупик-то везде, а? Нам, короче, там пыков понаставил. Он админ, он тут карту редачит постоянно. О, мой гад. Ой, я нашел тарелочку, е. Блядь! Иди в задницу, иди в задницу. Я не могу по тебе прямо нажал. Я видела его, мимо меня пробежал. Бля, иди отсюда. Я надеюсь, иди они отсюда. Не бежит. Иди отсюда. Кстати говоря, ваши фонари прямо через стену увидели. Блэд, он меня в тупик загнал. Сволочь. Отымел меня. Здесь так попасть сложно, блин, почему? О, майншит. Ой-ой-ой. Какая встреча, да? Какая встреча? Какие люди. Все уши остроили. Нет. А сейчас перезайду. Ну, погоди, я тебе печеньки угощу. Дам тебе пирожные. Не догонишь, не догонишь. Я дам тебе пирожные. А в штабе есть такие пирожные. А вот теперь догонишь. Как тебе моя пироженка? Ой, блин. Тебе просто через тупик попало. А где тут чат? Чат на букву Т. А, на букву Т. Здесь даже не видно, сколько людей играет, кто вообще зашел, не зашел. Хотя бы там этап какую-нибудь инфу бы давай. Карту-то другую. Еще. Да, давайте. А то мне самому здесь не очень интересно бегать. Давайте. Ну, я тогда создам. На шестом серваке создам. Угу. На каком? На шестом создам. Сикс. Блин, я думал бы... Опять же название вы их узнаете. Сейчас я посмотрю какой-нибудь Майнкрафт искать. Ага. Эта музыка просто уже достала. Ну, допустим, вот такую. Все, я создал, можете заходить. Идем. Я уже нашел пироженку. Ты уже побежал, блин?
Сейчас. Так. Что случилось? Ну и название. Что было написано? Привет. Сейчас увидишь. Сань, ты опять за этого хрень? Ну, за этого хрена. На следующий раз Ксюша поиграет за чудо. Не хочу. А чё ты? А ну хотя давайте, хочу. Это же чудесно. За чудо играть. Она будет за мной только бегать. С чего ты взял-то? Я буду на камеру снимать и на YouTube укладывать. Вижу, вы там быстро находите всю эту ерунду. А мы же играли на таком сервере, где мы все вместе. Ой, блин, он за тобой бежит. Блэд. Навальный за мной бежит. Он мой голос хочет на выборах украсть. Не-не-не. Навальный. Бля! Она мне такая навстречу вылетает, такая, бля! Как меня убить вас? Я жму. А просто близко побегаешь и жми на левую кнопку мыши, атака, атака. Типа. Там будет тебе писать. Ну я жму на правую кнопку, там вот таким подписи. Так. То, что он ничего не знает, да? В той игре я убивал вот, вас направо. Вот, ну. Я в упор подхожу и не могу убить. Можно пока свалить. Это убийство, да вы не свалите, я же за вами с такой скоростью бегу. Блэд. Прикол в том, что я не могу убить вас. У меня не получается вообще никак. Ну бывает. У нас много чего не получается временами, но... Стоит пару раз попробовать, обрести уверенность в себе и все получится. Я понимаю, подожди, что ты себе представляешь? А, ты безголовый с бензопилой, я понял. Бля, он так ржачно бежит. Не бензочила, ой, ну нафиг. Ай! Мне кажется, отымел. Убери. Мы тут попадаем. Че, убил тебя? Да. А ты мел? Угу. Тут просто, знаете, лабиринт такой, это жесть. Приходишь Привет. Обратно. Надо нажимать, чтобы убить. Просто нужно, видимо, близко очень подбежать. Там прям не то, что упор, а прям, знаешь, как бы это пушка не звучала, войти. А что ты да, войти, не, я понял. Как человек. Телепузик, телепузик, телепузики спать. Ай, Бенган, безголовый Бен, запилой, нет. Бен, не надо, ай. Чё, он тебя замочил? Да, опять. Я уже боюсь узнать, где ты. Даже не понимаю, замочил, не замочил. Мне иногда кажется, что ты просто, знаешь, отбежал там. Тут никаких ни звуков, когда убиваешь, ничего вообще. Ну, кстати, да. Все слишком примитивно. Скажу я так. Уже нашел пироженку. Буду я ждать вас в нее. Пироженку. Блять, ты что, опять в тупике, что ли? Что ты будешь делать, да? Ну, этот лабиринт хотя бы попонятнее. Покруче. Какой-то слишком. Понятно, лабиринт какой-то. Я тут, значит, бегаю. Ты зашел уже? Аня, ты где? Я? Да. Я жду тебя у одной из пироженок. Ах ты жук! Хочу тебя накормить вкусно. Хитрый. Так ничего. Хочу тебя очень вкусно накормить. Ты же любишь вкусно кушать? Ага, особенно пироженок. Ну. Ты там любишь. Ну, ты скажи, где я тебя попробую сопроводить. Надо. Хрен тебе. Что ты будешь делать? Чуть-чуть.
Вижу, ты нашла одну. Да. Это не та. Это не такая вкусная, которую я тебе хочу. Да? Понятное дело, раз ты, блин, это. Тебя тут нет. Ой, блин. Мне опять эта херня показалась. А где у нас второй товарищ-то? Сейчас. Ты где бегаешь-то? Я же еще не перезашел на серию. Ой, я нашел еще одну перегруженку. Буду теперь караулить двоих сразу. Бегать туда-сюда. Что ты жучара-то какая? А ты думал? Блин, а что-то все текло. Где ты? Подбегу к тебе, отвлеку от пирожного. Я просто не понимаю, где я нашусь. Мне кажется, ты на втором этаже носишься. Точно. Сейчас спущусь. Я просто думала, там есть. Я тут нашел две пироженки, теперь караулю. На втором этаже? Нет. Ой, я нашел три пироженки даже, оказывается. Они все под моим контролем теперь. На втором этаже? Я не скажу, на каком. Он готов все ждать долго, как хатик. Я не скажу, на каком. Скажи. Нет. Так, я ничего не вижу. Я ничего не вижу, ничего не знаю. Если я увижу, что пироженка одна взялась, сразу побегу по стопам, где они находились, и найду тебя. А, ты там уже запомнил, да, место? Бежать. Естественно. Ага, нормально. Вот раз пироженка. Тут две прямо рядом в соседних комнатах лежат. Да? Ну. Страшно тебе идти. Специально, блин, все это делаешь. Что именно? Ты видишь, там караулишь пироженки. Ну, естественно, специально, не просто так. Так нельзя, надо бегать. Так я бегаю от одной к тем двум. Нормально. Смотрю, что здесь ошивается. Ладно, пойду поищу вас. Надо нас искать. Ну, я вижу кого-то, фонарик светит. Бля. На втором этаже, вот он. Чёрт. Валим! Вот этот пупсик. Ой! Сейчас ты догонишь этого пупсика. Не, я так же, как ты бегаю. Ага. Когда ты оборачиваешься назад, у тебя скорость снижается. Надеюсь, я не буду оборачиваться назад. Ну ладно, я тебя бегу с другой стороны. Ну давай, попробуй. Иначе я тебя так не догоню. А это была просто пироженка, которую я крылю. Нормас. Так. Ой, я нашел еще одну, которую раньше не видел. А ты там что, бегаешь, что ли? Получается, я знаю, где она. А, нет. Ну я одну-то успела схватить. Ну а тут две еще целых. Найдешь или не найдешь? Я буду скрываться за одним из углов, так что будь осторожен. Ну чё, давайте другую карту или чё? Чё-то боишься уже? Пусть это самое, пусть Ксюша один разок сыграет. Да, за... дайте я победу, босс. Я тоже хочу. Тебе тогда самой придется создать. Да? Сейчас попробуем. Все, ты вышел. И что это, да? Как там это?
конец. Какой сервер? Ну, еще не создала. Ну, на шестом вообще. Все, создала. Где? Не знаю, правда, что за карта. Я зашел. Какой-то лес. На шестом, да, сейчас. Сейчас. Я уже нашел одну пирожную. Фига ты даешь быстрый. А из жанра. Прямо рядом валил. У меня такая травка. Красная. Блин, что-то я лес нифига создала, сейчас полдня вас искать. Я тут бегаю. Всё. Блин, я точно сейчас буду полдня вас искать. Так и мы будем полдня искать эти пирожные. Я одну нашел, вообще больше. А как раз я вижу одну. Бери, бери. Ай-яй. 13 пирожных. Уже 12. Уже 12. Наша нашел еще одну. Да? Молодец. Угу. Хочешь туда удачи или приходи? Да. Я нахожусь под деревом. Я знаю. Под большим деревом. А рядом еще маленькое дерево. Так что такая подсказка. Убивать-то. Вторую крупную на правую. Что, наш, потому что ты знаешь, блин, там очень сложно попасть. Не знаю, надо нашла путан за мной денег трудовый. Это там, как обитаемый остров, да? Хе, прикольно. Дай, ой, я вижу, вроде там. Я нажимаю, где? Там чё? Надо, блин, прям вплотную бить, и там ни с одного раза, я не знаю. Направо, да? Да, направо там написано еще. Не, на левую. На левую. У меня направо почему. Если на левую же у меня вообще ничего не пишет. Я тут телепузиков нашел. Ну убить, блин. Убить Билла, да. Пробуй убить. Не получается. Ты еще далеко от меня. Я вплотную, вот по своей я стала вплотную сейчас. Нифига ничего. Значит, надо еще плотнее. Че, блин? Охренел? Черная гостя. Не, хрень какая-то, он не убивает. Просто вокруг не бегает. Так вот, вот. Не, да, уже стало интересно, где это. Бля, я сами потерял ее, придумал, всё. А, ну, жизнь. А я тебя вижу. Жизнь тлен, я тебя не вижу. Я за деревцем прячусь. Слежу за тобой. У края прямо карты. Да знать бы еще за каким-то там деревом так, прячешь. А вот, вижу тебя, вижу. Ну, ты у большого дерева. А, все, нашла. Беги. У вас там любовная забава. Да. Я вплотную подхожу к нему, бля, он не бьет нифига. Какой-то тупой, блин, этот. Ну, убил он наконец. Да, я смотрю, что ты исчез. Ну говорю, тут так тупо исчезает, даже непонятно. Такое ощущение, как будто он, знаешь, отбежал резко. Я его сейчас, наверное, полдня буду искать. Ну да, даже я его не видел. Просто резко все, тут никаких примечательных, знаешь, таких знаков. Не, ну там есть, был дом телепузика. Давай встретимся у дома. Не, говорю конкретно про эту карту. А, ну, ну, окей, тогда пойду. Не, тут есть дом телепузика. Да, ну, кстати, около него и начинали вроде, нет? Все равно дом, блин, я его даже не видел, так вот. Чисто, хорошо. Чисто. Я иду, я пытаюсь его найти, лол. А, не, я его вижу, я его вижу. Меня? Дом, по крайней мере. Я думаю, меня видишь. Я ничего не вижу. А тебя нет. Да он убежал куда-то, наверное, теперь. Через камеру, в принципе, можно. А у вас темно, кстати? Нет. Нет, у нас, ну так, полусветло, туманно. У вас тоже туман? Туман, да. Поводу кто-то пердал. Ох, нифига, я прыгаю. Ну, я не знаю, утро, может быть, или вечер. Ну, туманно, не заплакающе.
Я у дома. Море вышло. Офига. Что это за... здесь дохлый телепузик в море валяется. Ой, там ой, ужас, ужас, танк бегает. Я на крыше. В море, короче, не весь. А ты где меня видел-то? Я тебя вижу. Не надо, ну не надо, ну не штука. Ну нет, 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 нет. Ох, нифига себе. Ай, меня убили. Есть. На попе шерсть. Еще я... Да ладно. Сама ты тоже призрак? Ну, этим-то нет. Кем? Ой, кто там такой маленький бегает вдалеке? Где? Прямо? Не знаю, да. Я тоже не знаю. Наверное, это не я. Наверное, тебе показалось. Так по-любому. Он на месте крутится этот человечек? Конечно, крутится. А, вот он. Блин, убил. Блядь, куда ты убежал-то? Ты убил меня. А, да? Крутяк. Да. Понятно. Блин, а вокруг крутился, не видел тебя. Потом уже раз. Все, выходим. Ну, блин, не знаю. Нервно, да. Такая игра. Порезвиться. Порезвиться, пошалить. Быстрее. О, я теперь там застал. Что ты заснял на вид? Да, заснял. Я, короче, сейчас поставлю загружаться, наверное. Я тоже засняла. Нафиг мне все это снимается. А ведь запись.